Всем хайк, друзья, всем хорошего настроения, надеюсь, там вам тоже все нравится, все круто, все весело, в общем, мы с Хантером опять. Да, ты слишком близко начинаешь. Я перед началом записи хотя бы там посижу, подумаю, так, все точно готово. Я такой, пофигу, все, мы готовы, какая разница, времени мало, присоединяйся, поэтому. Да, сейчас я на стороне. Вот. Я на странице квесты пособираю сейчас, какие-то штуки. Есть, короче, какие-то новые квесты фестиваля усопших. Вот его надо взять. Вот да, я полетел за ним. Вот я вот тоже за ним полетел. Мы сейчас, скорее всего, вообще серию, как обычно, не про то запишем. Ну и ладно, это сирент. Уху. Ну да, зато эвент. Чё нет? Так. Ты присоединяешься? Ну, я типа... Ну, в принципе, могу присоединиться. Ты на странице, да? Ну, да, да. Сейчас. У меня новый самолет Пчела, но не знаю, видел ты его, не видел. Должен быть на орбите или в задании, что? Ладно, меня ошибку выдал, короче. Ладно, давай так собираем. Потом там где-нибудь присоединюсь. Ну да, да, да. Так, ну у меня, в принципе, просто выполнено 3, по-моему, из 5 контрактов, которые мне завещал паук. 3 из 5 это. Ну, он типа попросил убить кого-нибудь на своей личной земле из разряда сбежавших преступников. Вот, 3 я убил. Ну, я, по-моему, выполнил какие-то мои квесты, мне нужно сейчас вернуться к нему, поэтому давай, я тебе буду продолжать помогать. Вау! Тасочно, кстати. Какая, чего? Красиво. Ну, я здесь не был, я же не заходил, блин, без тебя. А, это я тоже что-то... Я тоже это увидел. Ух ты, инграмма новая, прикольненько выглядит. Блин, хочу такую грёбаную маску. Которая полковника. Вау, кстати, зараженный искатель прикольно выглядит. Зараженный искатель. Кстати, да, прикольненько. Призрачный выдел. Тут еще, кстати, оболочный окуляр мужества. Тоже такой прикольненький. Мне больше там нравится, там заставьте где-то был с котейкой выглядящий. Прям мне вот это понравилось. Да-да-да, да, что-то такое тоже неплохо. Неплохо, неплохо. Только выбить. Красная карточка. А вот я, кстати, я так и не понял, где выбивается пыль. Она за контракты, получается, дается? А, пыль выбивается с, по-моему, разбора легендарных шмоток. Да, по-моему. То есть ты разбираешь легендарные шмотки и получаешь яркую пыль. Не, вот смотри, да, я был прав. Расписки контракта Эвервейс уничтожены падших. Ну и за них еще. Да-да-да-да. Но еще за разбор легендарок. Ну вот я могу, например, купить испытание завершено, завершить испытание в любой точке Солнечной системы. Да, то, что завершите 5 налетов из плейлиста налетов. Завершайте героическое открытое мероприятие. А сколько, кстати, стоит что-нибудь 2000 евро? Квиса да, стоит да. Немножко дешевле. Спасибо, ладно. Что зашла в Эвервер Страж. Ух ты ж, тиран прикольно выглядит. Мне, кстати, нравится, как я теперь выгляжу. Ну. И да, я нравится. Не знаю, ты смотрел последние серии? Ну, что-то там влетел на ХЗ. Ну, я видел, что у тебя все синенькое. На синий шмот, а не фиолетовый. Ну, не, у меня весь фиолетовый шмот уже. Ну, кроме головы и меча. Больше мы в той мастерской. Ладно. Аманды Холидей. Я родилась за пределами города. Так, ладно, здесь собрал. Да. Это какой-то квест. Погодь, погодь. Моя мама погибла, пересекая Панамское ущелье. А папа в полудне пути от городских ворот. Тогда все думали, добрался до города, спасен. Но почувствовала я это не сразу. Думаю, именно поэтому мне и нравится в башне со всеми вами. Стражи не умирают. Ну, так я думала.
Но... надо двигаться дальше. Кейт хотел бы именно этого. Да и что еще нам остается? Блин, в тему, кстати, про Кейда и как раз фестиваль мертвых. Ну, да, жестко. Ладно, Аманда никогда не унывает, именно благодаря этому она смогла добраться до последнего города, не, но потеряв близких, все же остается в сердце изживающей раны. Привет, подруга. Жуткий был год, да? Маска мастера Многие Рахула. Пострадали в Красной войне. Угу. Но бесконечный лес был спасен, Распутин вернулся, жизнь только начала налаживаться. И... Кейт. Не верится, что этого задаваки больше нет. Я так много не успела. Что ж... Чёрта с два мы будем сидеть, сложа руки и распускать нюни. Кейду это бы не понравилось. Как насчет развлечься? Я постараюсь всех расшевелить. Вот что. Надень это. Пусть знают, что наш дух не сломить. Аманда рассказала вам о том, что она чувствует во время этого фестиваля усопших. Она также приготовила для вас необычный подарок. Вот, и мы можем купить у нее кучу разных кораблей. Кстати, я наконец-то получил... Держись ниже, двигайся быстрее, лети прямо. Корабль на 160. Так что, возможно, теперь я быстрее тебя. Спэрроу, да. Нет, у меня тоже 160, по-моему. Там 150 есть, 140 и 160. Да, 160 — это легендарные. Не все легендарные, у меня фиолетовый. Серьезно, у тебя фиолетовый 160? Да. Нишнайся. Да. Я такой тасочный. Эververse не просто название. Добро пожаловать в Эververse. А, в честь фестиваля усопших тест просит вас завершить испытание и вспомнить былые времена. Завершайте испытание в любой точке системы с надетой маской фестиваля усопших. Заходи. О, не хочу его делать, это стрёмно. Ну ладно. Ладно, фига, у меня сразу просто просела вся сила. Да, и при этом она еще такая некрасивая. Черт возьми. Ладно, придется убивать что-то. А что значит испытание? Я что-то не шарю. Сейчас покажу. Ой, жесть просто, я не знаю, боже. Так, ладно, нам надо дальше войти куда-то. Я просто не знаю, где ты, поэтому... Ну, я в параллельной вселенной. В параллельной. А, в параллельной вселенной, да? Добро пожаловать. Пойду получу халявный грамм. Так, а куда мне надо? Говори быстрее. То есть они типа надо куда-то... А, ну в принципе... Ну в принципе я понял, что они имели в виду, ладно. А что? Так. О, Варлок, хотела бы я побывать в вашей библиотеке. Отправляйтесь в разлом на Ио и свяжитесь с Амандой из Святилища Костей. Вот, да, тоже что-то такое есть. И завершите испытание в любой точке системы с надетой маской фестиваля усопших. Вот что это за испытание? Они мне кто выполняет, кто нет. Ну, это точно не налеты. Я предположу, что это все-таки, наверное, ежедневные миссии. А, ну, все, как вариант. Да сделай ты группу открытой, никто тебе не присоединится. Вдруг. Вдруг все будет хорошо. Друг. Все будет хорошо. Ты знаешь, после этой фразы все обычно бывает плохо. Ладно, по приглашениям. Только друзья могут присоединяться. Я вот так сделаю. Вот, идеально. А то я постоянно жду приглашения. Так я постоянно не могу войти в тебя, да? Ладно. Так, на Ио, да, летим? На Ио? Ну-ка, на Ио, да. Так, а вот мы, в принципе, можем... А, в любой точке, да. Можем сразу попробовать квест зарандомить. А он там есть? Ну, на заброшенном лазе, типа этот. Да-да-да, я говорю, он там есть. Есть? Да. Ух ты ж. Значит, ты запустил этот именно квест? Да-да-да. Портал? Да. Ты хочешь зарандомить? Пожалуйста, прекрати. Вот, видишь, какой у меня пчел?
Сейчас у меня запускает задание, черный экран покажет. Нет, ты у меня уже летишь. А, все, вижу. Ни хрена себе. Это тебе просто выпал? Да. Мой все равно красивше. И реже. Такое. Отстань. Так, на вкус и цвет. Я его выбивал 3 недели, отстань. Ну, не в том плане, то, что пытался выбить, а в том плане, там, фармится 3 недели. Ну, потом расскажешь. Ну, не, мне нравится вот эта желтенькая хрень, такой прикольный. Ну, вот, у меня единственное всегда вот печаль, я даже, по-моему, в одной из серий уже говорил, что, типа, у него дохрена ракет. Вот как бы было прикольно, если бы он просто периодически, знаешь, так залетал к нам на задание там, да, и кого-нибудь убивал. Ну, типа, какого хрена нет? Это тебе не Battlefront. Ну, да. Ну, было бы прикольно, согласись. Ну, хоть степени. Вот, а то, о чем я тебе хотел сказать, смотри, что у меня есть. Что у тебя есть? О, лук. Так, подожди, где мой лук? Куда он пропал? Вот, а еще у меня есть вот такая вот хрень. Ты смотри, как он классно выглядит. Круто. У меня, кстати, не такой прикольный. У меня он называется, короче, знаешь как? Заглавный прибой. Ну, кстати, нормально, нормально. Так, ну, походу, другой здесь квестик. А, ну, ты меня обманул. Я думал, ты уже прям совсем фортал меня опустил. Ну да, какой там квест? Ну, другой квестик. Ну, окей. Да. А, приближается? Ну, скорее всего, другой. Там, типа, уже как в другом месте спавнится, и всё. Ну да, там, где мы как раз были. Все равно ради интереса можно постоять немножко. Но я пока повыполняю квестик. Как раз мы туда же прилетим. Мне тоже нужно, как бы. Так стой, там я сейчас тебе прилечу. Фестиваль слушах. Что планируешь? А, это планируешь? Всю. Какой там минотавр? Горящий. Грозовой, по-моему. Горящий с усопшими. Хрена назад. Так. Денюшка! Стой, денюшка! Стой! Я хочу тебя взять, но не могу. Че с говно? Раскопки кабал гребаные, ну в жопу их. Будем делать? Не, подожди. Так, тут ты что? Чел еще один есть, можно сделать, в принципе. Пошли на этот, на усопший квест. Где усопший квест? Там снизу. Может прям сразу тебе. Смотри, на кабалы-то уже пролетели. Да ладно! Че глупая? Ну не пролетели. Мы захватим этот буровой модуль. Ну ладно, смотри, осталось. Захватить, чуть-чуть. Взорвите! Главное, чтобы его тут, да, не было. Что... Ау. Мне чуть-чуть жопку поджарили. Ты где? Я телепортнулся. Я думал, ты с нами будешь. Не буду. Кубалы неинтересны. Ну там же можно сделать героика, я теперь знаю как. Ну, легендарку тебе не дадут. Приколись, даю такой, да? Тут я начинаю долго ржать. Какое-то светильщик костей нашел. Ну ладно, не туда вообще идти. Давай, погнали, бен фармить. А то же этих кабалов армишь который раз. Не, неправда, не было такого. Кому они сдулись? Где там самолетик? Самолетик на 50 появляется, по-моему, да? Ну где так? Найдите все зачерные тара, что? Ладно. Чё бы такого зафарить пока? Ты чё, охренел, что ли?
Самолетик, ты где? О. Эй, а чё самолётик улетает от нас? Боится. Ничего, я самолётику довольно много снес, кстати. Минуснул на автомате стражей. Искать, зачем-то этих роботов убиваю. Mm? Я здесь зачем-то убиваю роботов, зачем, не знаю. Я пытаюсь найти кораблик. А его все нет и нет. А, вот он. Ха-ха, ваншотом просто своей новой силой. Мы сбили этот корабль прямо в небе. Новой силой? М? Новой, да, силой? У меня ульта же новая. А, это типа этот? Луч смерти. Форсейкен, ты имеешь в виду? Ну-ну-ну. Я просто не знаю, какие там лучше на ульту. Там луч смерти вообще, короче говоря. Такой прям. Ух! Хорошо меня так отбросило. Вау. Сейчас стартанут бестякость. Сейчас я почти убил этого дебила, то погодите секунду. Просто ему в моргало насовать надо. Все, я выполнил. Давай я стартану. Вжух. Забрать-то награду мне дашь? Собирай, тебе никто не мешает. Ну ты хитрожопый-то, а? Сетилище. Чё там хоть говорят-то? Ничего не сказали вообще. Сказали просто войди сетилище, сык. И командира, а ещё мы угнали модуль. Это весьма впечатляет. Вы, ну давай, я тебя не жду, типа, святилище. Ну погоди, меня теперь чё? А там на квесте хоть что-нибудь написано было? Просто убивайте маск... с маской эквипнутой. А у нас маска-то хоть эквипнута? У меня, да. У меня тоже. Я лечу! Блин, ну 160-й, кстати, быстренький такой. Я на нем еще просто не катался особо, но он такой шустренький. Не знаю. Лишь бы красивый был. Так, стопэ. Ты где вообще? В туннеле. Потерялся, что ли? Ну. Прилетел. Ладно, поехали. Здесь зелено. Не, мне нравится, кстати, как моя выглядит. Координаты. О, святилище костей. Вот это я понимаю, праздничный настрой. Помню, Ашер говорил, там у одержимых целое гнездо. Ух, просто жуть. То, что надо. Я могу сразу наверх пробраться. Туда и покажи им, где раки зимуют. Давай, показывай, где раки зимуют. Ты смотри, а ты видел, что за тобой следы остаются? А, ну это за шульта, да. Типа, чух-чух-чух. Я настолько брутален, что даже с этой стороны. Давай, твоя очередь, вставай. Зачем? У меня гранатки есть. Там кого-то не убил, да? Да. Ну, для этого у меня всегда есть ты. Ты хочешь, чтобы я добивал за тобой всех? Конечно.
Ты же настоящий друг, правильно? Виртуальный. Какая жалость. То есть ты у меня в голове, да? Или ты в моем компьютере? Ну-ка, компьютер. Признавайся, засранец. Ты же даже не знаешь, как я выгляжу, да? Знаю. Виртуально. Я знаю, как ты выглядишь. Не знаешь. И тут ты такой, откуда стопы? Что за фигня, да? Ты же знаешь, что я выгляжу как человек. Нет. Смотри, там сзади неуязвимая хрень. Ты куда убежал-то? Какая неуязвимая хрень? Ну, вот эта вот. Которая из-за вот этой хрени неуязвима. Вот теперь уязвима. Да, просто... А-а-а. Та же пошарка. Ну, я просто расхреначил эту хрень. Ну, которая щит давала. Искать улики. Какие улики? Рассыпайтесь. Тыщ. Высшие награммы получил. Ну ладно. Стопы нам вниз, что ли, просто, да? Вниз. Нет, это всё. Оу! Чё ты там нашёл? Циклона нашёл. А. Ну, я пошёл куда-то по квесту. Ну, в смысле, он по квесту был. Ну, а, мне типа... Сказали, сделайте круг по фанраде. Да-да-да. А я просто решил вниз сразу прыгнуть. Я симулятор взял. Ох, етить. Зря я, походу, его взял. Пережить нападение. Ну, давай переживать нападение. Вон ту хрень надо убить, главное. Мразота неуязвимая. Ау. Можно я ее ваншоту? Ну, пожалуйста. Кого-то. Ее. Диана, я не вижу кого-то. Ой, луч мяси какой красивый. Это типа вместо молнии, которая... Да-да-да. Ой, надо было на него, наверное, ставить. Меня, если да. Пуф, мелких убасил. Да, мелких убью. Судя по звукам, было много стрельбы, а затем произошло что-то странное. Похоже на сигнал, который мы получали от тебя, когда ты находилась на Меркурии. Сделай одолжение, проверь другой затерянный сектор неподалеку и свяжись со мной, прежде чем зайдешь внутрь, ладно? Еще один затерянный сектор. Ну ладно. Нам ничего ни почем. Первый раз как будто. А? 400 лайта, все дела. Ну. Где он там? Там случайно вент нет? Нет. Поехали. Бам-б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 ам. Ай, кристалл клялся. Ну, здесь все равно хрен проедешь. Там прям надо постараться, чтобы проехать. Ты же сзади, да? Угу. Крадусь за тобой. Оо. Ты здесь дерьма-то. Ах, сейчас бы патроны. Которых полно, да? Нет, крутых патронов. Хотя у меня есть, кстати. Уф. Уф. Чё, всё? Ничего, не будет просто спавниться? Ну, наверное. Серьезно? Ну, могли бы придумать что-то повеселее. Да. Какие-нибудь золотых там, в масках еще чуваков. Просто скелетов ямы. Давай мыслить логичнее, да?
Ну, скелетов здесь негде взяться. Будем брать этих роботов в костюмах скелетов. Гидра... Гидра ваншотнись, пожалуйста. Пуф. Знаешь, она не ваншотится. Ай, я промазал. Ай. Ай. Как же он не дамажит, а? Ты кого там убиваешь? Ну я сделал красиво. Смерть. Оу. Оу. Это плохо кончится. Чего, не можешь убить этого? Минотаврика? Да не в Минотавре дело, меня там окружили, у меня мало хп. Они тут прям спавнятся. Ну я иду. Ну я в принципе уже почищаю. Сейчас буду искать Минотавра. Когда... А, он, от... он неуязвимый. Он, оно что, Михалыч-то? Где? Чё, Рили? Не, нормально. Да. Чё ты выпендришь? Неуязвимый. Надо же было пафоса немножко поднабрать, да? Ну да. Что? Страшный циклоп. Про них она и страшна. 7 симуляций. 7. А мы что, уже брали? М? А мы уже что, брали какие-то 7? Да, я только что вот брал до этого. Ах ты ж. Сейчас весь сюжет из тебя пропущу. Которого нет. Между ног я у него бегаю, тут ему ломаю все. Эй, воу, ничего себе, так отлетел, прикольно. Ну, в принципе, я хотел как раз спастись. Смотри-ка, там сейчас будет красиво. Видал? Угу. Убийца. Да, я тоже это видела. Опасения подтвердились. А, тоже видел, видел. Это более чем странно. Здесь замешаны вексы и одержимые. Возвращайся как сможешь. Нам нужно в этом разобраться. Круто, когда ты крут, да? Да. Разобраться в чем, прости? Так, стопэ, я что-то заблудился, нам куда? А. Туда, да. Там просто как-то темно, и я такой, типа, Вот это загрузка. Рубеж обновлен. А, ты встал и загружаешься, да? Да, я просто взял, застыл тупо, и загрузка. Че, какой там ивент, где там? Не здесь, да? Так, 2 минуты, по-моему, до ивента. Возвращаться нам нужно на странник, да? Давай это вот так вот сделаем. Как сделаем? Ну, чертим ее быстренько. Мало ли. Сейчас, секундочку, у меня тут проблема. Выпиваем? Уже? Не, я тебя спрашиваю. А, кого, чего? Тебя убивают? Не-не-не. Какой ивент? По-моему, стрёмный. Если у болот вот там, то это наш... Ну нет, скорее всего, не у болот. Нет, не он. Одна минута. Ну, скорее всего, кабалы. Ну, и на центре, да? Да, да. На центре по-любому кабалы. У меня, короче, после того, как ты ушел. Чё? Этот ивент выпал еще раз. А, я это видел, да. Я там даже, по-моему, сказал, что ты из разряда. Вот бы Хантер сейчас поржал. Вытирок. Хантер, Хантер, смотри внимательно. Я не знаю, достанет до тебя. Наверное, нет. Стрела? Да, они исчезают же, да? Ну, нет, прилетают. Прилетают? Да. Лови тогда. Там какой-то большой чувак появился, слышь? Где? Напротив тебя. Напротив? Да-да-да. Ничего, ты меня пугаешь. Тра-та. Вот здесь он появился.
Ну и кабан сами, да. Ось. Ну давай, телепортируй нас. О, на в розыске, слышь? Чувак снизу. В розыске. Вон снизу чувак в розыске. Болтливые хамы, из кабан. А-а-а. Что они задумали, ну, на этот раз? Эй, стой. Он какой-то жирный, да? Неуязвимость. По-моему, что-то на него. Не, я нормально по нему попадаю. Ага. Ты нормально. А у меня он с вопросиками. Так. Надеть масочку какую-нибудь полезную. Че, попадаешь по нему, да? Ну, и он по мне тоже. Все логично и честно. Так, главное его не поэтовать. Попадаешь по нему? Да, теперь больше уже урона. О, ну даже нормально так урона. Да умри ты. О, все, нормально. Розыск, режим свободного исследования. Хох. Какая-то новая фигня, кстати, выполнили. Ну, награды опять же мало. Так, обратно надеть надо маску, а то забуду. Так, стопэ, если я убегаю от этой, походу, я ни хрена не поднимаю. Чего? Да, я лошара, я все время убегал, короче. Я типа, знаешь, такой беру и убегаю. Да нет, надо обыскивать. Не надо же. Надо. Я вот только что сейчас подобрал лишнее. Так, ладно, вернитесь в храм. Ладно. Давай в храм. В храм так храм. Храм. У меня, кстати, все равно больше, чем у тебя, я левел. Ну, я там не этого не вливал особо. Я вообще ничего не вливал. Ну, ты набрал новые шмотки, а я старые ношу. Такой, надо носить просто классику, чувак, да? Некрасивая броня зато. Ну, как, конечно. Новая некрасивая. Не, мне просто моя устраивает. Вот ебе сейчас еще цвет, кстати, поменять с красного на какой-нибудь. Будет вообще огонь. Хотя красный тоже, кстати, прикольно смотрится. Не знаю, если ты просто вот моего перса включишь. Я там без шлема вижу только. Ну, я и говорю про без шлема. Да. Груси. Не груси. Кстати, у меня не грузит. Ну, видимо, во время загрузки он не подгружает. Ага. Такой, типа, чувак, зачем тебе, да? Да грузи ты чё-то. Ой, ладно. На месте убитых врагов могут возникать ионные следы. Собирайте ионные следы, чтобы установить все ваши способности. Можно открыть, уничтожая врагов электрическими способностями к концентрации контроля. Получив критические ранения, вы создаете энергетическую волну, ускоряющую вас и ваших союзников. Можно открыть, уничтожая врагов электрическими способностями. А, это апгрейд этой. Да. Луча, по сути. Ну да. Ну, не только. Ну да, там типа, ну, ветка с лучом, по сути. Ну да. Ну, оно у меня почти полностью, кстати, открыто. То есть там два отделения осталось. А я полностью хах. Ну, сколько ты играешь, сколько я играю, понимаешь, да? Как бы, ну. У меня столько времени нету, прости. У меня тоже не так много времени, знаешь. Я просто уфи могу. Когда-то давно уже. А, посмотри, по-моему, фармится вообще. Ну да, довольно, там просто убиваешь всех, да и все. Так, открыть инграмму. 505-я. О, мне наруч дали. Наруч. Отлично. Теперь у меня еще больше, чем у тебя. Где-то здесь ты должен такой, ну радуйся, сволочь. Я могу влить, но не хочу. Мало ли что еще лучше выпадет. Ну вот я пока тоже не вливаю, я только цвет меняю. Невозможно предугадать, что тебе предстоит найти. Ну что, у меня иной раз цветов очень много. О, вообще шикозно. Сейчас не знаю, тебе понравится, не понравится. Вот, найди меня. Сейчас огонь смотрится. Где ты там? Я поговорил типа с ней. По-моему, огонь смотрится. Земля хорошая. Я здесь разочарован, я через карту паш. Из этого так, ничего не выговорить. Ну я облом. Экзо одна из величайших загадок. Они очень хорошо зашифрованы даже от. Ну, верхняя одежда. Типа шипиками вот это. Угу.
Дом прикольный. Нормально. Что делает эта машина? Зачарованный вес, только лидер боевой группы может запустить задание. Ну окей, давай. Ходи, мне запускай. Надо с ней поболтать. Вот поболтай и запускай. Вот и поболтаю. И запустю. Разболтался тут, видите ли. С возвращением. Окей. Пока тебя не было, ко мне заглянула Икора. От нее ничего не утаишь. Говорит, с бесконечным лесом творится неладное. Только вот дружище Осирис не отзывается на наш клич. Я рассказала ей, как ты пугала обитателей Ио Маска, и она так смеялась. Икора, с ума сойти. Пожалуй, верным решением будет продолжить начатое. Надевай маску, отправляйся в лес и посмотри, что из этого выйдет. Да, связь там паршивая, так что ты сама по себе. Будь осторожна, ладно? Благодаря старому другу Аманда нашла источник непорядков на ИО. Рубеж обновлен. Не лопни от злости, Варлок. Действительно, Мирал крутит ноунейм каких-то и иногда здесь Кейт появляется. Чё? Ну, здесь типа Мирал. У дерева. И надо чё? Ну и там Кейт появляется иногда. Где? Ну, портретик его появляется здесь. Ну, так он как бы это... Ну, типа, во славу Кейда. Угу. Здесь ещё Кейт ноунейм, но... Как единственного погибшего... Стража. Единственного? Ну, единственного в том плане... Как тебе сказать, типа... После восстановления странника. Что-то его больше не крутит здесь. Эй, где мое кинцо? Где Кейт? Куда взяли мое кинцо? Запускай. Там через карту и сверху над странником. Я так запущу. Попрыгали в лес. Давай, прыгай. Пум. Ну ладно. У-у-у-у. Я ах. Там. Я там. Внизу. Прыгай ты. Ты очень ужасно выглядишь в этой маске, скажу я тебе. Я тебе чё? Прыгай, чувак. Не хочу. Просев. Ой, Кейт как раз появился. А меня там нету? Ты меня только что убил. Нету. Ты живой. Такой, прыгай, не хочу, ну и ладно. Как подосрать другу, да? Да. Ещё бы за это деньги снимали, вот тогда бы вообще было бы. Ну, снаряжение заблокировано, что? А, это типа с этим снаряжением тебе придется проходить. А, да, это не проблема. Нет, снаряжение заблокировано, только маска. Все остальное можно менять. Доступно улучшение бонуса, что? Пустая ячейка, модификатор брони можно поставить, лол, серьезно. Крылатый ужас. Улучшение маски, увеличенный наносимый урон. Сделает почти неуязвимым в полете. Вампиризм. Улучшение маски, увеличенный наносимый урон сильным врагам. Ну-ка, сейчас мы с тобой почитаем это, погоди. Так. Вау. Вау. Чё? Бля, красиво. Ой, я даже смастерился. Фу. Только давай, короче, отсюда не сходить пока, ну. Я еще не закрутил. Вот, ты как раз будешь оглядываться, да, то есть... Блин, это красиво. Меркурий или что? Это и... Это этот, который... Вот планета роботов, да, только это, при это этом... Меркурий. При этом это новое дополнение, типа, отверженных. Блин, красиво. Так, ладно, давай с маской почитаем, что там делать. Спойлер, случайно, сейчас не словим. Энергетический ассасин улучшает... Так, увеличивает наносимый урон кошмаром. Убийство прицельным выстрелом будет восстанавливать способность ближнего боя, уничтожать кошмары в зачарованном лесу, чтобы разблокировать эти улучшения. Улучшение маски увеличит наносимый урон сильным врагам. Убийство прицельным выстрелом будет восстанавливать.
Угу. Так, я среднее выберу, вампиризм, наверное. Не выберешь, у тебя сражение будет все равно. Сука! Зачем она тебе? Сколько здесь слайда надо на этой миссии? Здесь не знаю. Черт. Ну ладно. Будем страдать. Войси за черный лес. Входи. Прикольно. Страшная звучит. Надо чуть громче сделать. Ну, я пока вроде прохожу. А, это прям вот эти вот? Просто здесь теперь тьма? Да. Тьма заполонила все. Ух. Вот вас я рядом с собой не хочу видеть, ребята. Воу-воу-воу-воу. Давайте потише. Все взрывается. Потише, я сказал. Дверь защищена. На 40. Так, главное вот сюда вот не прыгать, пока она не создалась. А то я так в свое время попрыгал. А, куда они? Вниз тут еще есть левел. Ну ладно. Мне кажется, нам наоборот вверх. Да, и тут рыцарь за тобой. Темно, ни хрена не видно. Димон? Как его зовут? Это Раф. Черт, ладно. Не классно, но... Не в а этот раз. А демон, фу ты, это демон. Димон. Димон. Димон, как тебя зовут, да? Кто мне там? А, ты мне дашь. Там кто-то, да, у тебя был. 90%. Последний кусочек. Ай! Меня скинуло. Страж убит! Фу. Тебя скинуло или ты лоханулся? Блин, что я скинул? Погоди, я тебя воскрешу. Ай, черт. Сучка. Долго думаешь. Ну, в смысле, я уже почти до тебя добежал. Я изначально бежал к тебе, чтобы тебя воскресить, как бы. Ну, чтобы воскресить. Допрыгивай, давай, все. Ты что-то далеко... Фига, ты далеко. Вот я тебе говорю, меня ЦРС откинуло прямо в ад. А, ну ты смотри, ты можешь ко мне прям прибежать, походу. Наверное. Я никогда не вижу. А, нет, стопэ, у тебя строится левел. Ну, короче, посмотри в это, вправо. Вправо. Вот видишь меня? Вижу тебя, я отойду на ощупь. Я в тебя стрелой попал. Блин, за тебя так все хорошо убирается. Все, прыгай отсюда. Да прыгай, да, вот сюда. Нормально. Я тебя подождал. Какой... Молодец. Такой хороший, да? Ого. На самом деле, просто боялся сам идти сюда. Так, как бы нет. Учитывая, что я ваншотаю большую часть из них, мне вообще пофиг. Ух, нихрена себе, что это было? О, он нас призвал, походу. А, я думал, я утонул такой, не знаю, за такой эффект. Не, это я вот утонул. Внезапно вот такой эффект. Рубеж, да? Раздробленная душа, 3 штуки, тебе тоже дали, да? Да. Доступного помещения. Прикольно, прикольно, мне нравится. Не, ну, кстати, тоже вариант того, что мы можем... О, снаряжение. Так, давай-ка я все-таки одену эту маску и сделаю себе вампиризм просто, как бы можно, да? Сильным врагам, чтобы она наносила урон. А, смотри, можно улучшить маску. Уничтожайте кошмар разочарованным лету с надетой маской фестиваля усопших, чтобы разблокировать этот бонус. Увеличивает шанс выпадения тяжелых боеприпасов при убийстве врага. Сложно. Короче, маску можно улучшать. В общем, надень любой из бонусов, но я лично взял против сильных, потому что против слабых у меня проблем никаких нет, а вот по сильным дамаг все-таки мало проходит, ну, обычно. Убийство прицельного выстрела будет исполнять здоровье, так слишком неплохо звучит. ЗТТ, улучшайте маски, улучшение маски, улучшение на 7 урон кошмаром. Прицельный выстрел исполняет способность ближнего боя, зачем? Ну, да, ну вот я вот взял личный вампиризм, не знаю. Ну да, считай, вампиризм лучше всего звучит. Ну да. Я что-то посчитал, остальные что-то не очень. Такое себе удовольствие.
Побеждены кошмар. Ай, надо было выбрать сначала лоб, потом пойти побеждать кошмаров. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ты тоже понял, да, в чем? Да, понятно, значит, это... Классно. Фарм изрил. Ну, что поделать, мы не были в курсе. Я вообще, кстати, мы могли бы это, по идее, не узнать, если бы я случайно сейчас не нажал на маску, типа, что выбрать. Кстати, да, может быть. Ты куда-то не туда побежал. Мне тут предмет разобрать надо. Что она сейчас скажет теперь, типа, ну вот, молодцы, помогли нам, теперь давай-ка делай это еще 10 раз. Потому что знаю, что? Потому что фарм is fun. Сейчас я ее послушаю, узнаю. Знакомое выражение лица. Мина а-ля, я увидела нечто ужасное, но я же страж, поэтому я просто всех убила. Рада, что нам все еще есть на кого положиться. Эх, если бы лес был настолько прост, вы с Осирисом уже давно бы его прикрыли. Поэтому, если будешь в настроении, отправляйся туда и не забудь маску. Посмотрим, далеко ли ты зайдешь. И не забудь повеселиться на славу. В конце концов, у нас все-таки фестиваль. Да, тут, короче, фарм за фармом, но она нам дала коробочку. Аманда поздравляет вас с победой над кошмаром в зачарованном лесу и просит вернуться за праздничным настроением. Бойцовский рев, серьезно? Что она тебе дала? Я что-то даже, кстати, не посмотрел. Мне надо 600 лайта, страшная история, ни хрена себе. 120 раздробленных душ. Well met. Чё? 120 раздробленных душ. У тебя-то и... стоит вепонка. У нее стоит вепонка за 120 раздробленных душ. Нам дали 3 за выполнение этого квеста. Она мне, кстати, розовый классовый герб дала. Розовый классовый герб? Серьезно? Уничтожать врагов за чарованным лесу. Давай еще немножко походим туда. Я возьму у нее квесты, контакты фестиваля и погнали фармить немножечко. Ну давай, как раз эта серия все равно будет какая-то ни о чемная. Планете ежедневные контракты. Вот, вот это тоже надо взять. Маска странника. Ух ты. Очень круто. О, я бы кабала, кстати, взял маску. Не, фу, она уродская. Гол. Во, кстати, это маска повелителя 1000 армий прикольная. Стремная какая-то тоже, все равно. Презренного. Императора Калуса. А, это из этого, из рейда. Темного принца тоже божество. Да не все стремные, я не скажу. Ну, Pet Revenge еще можно маску взять, в принципе. Такая. Ну, короче, я бы вот, честно, покопил бы на... Блин, ну, 120, seriously? Не, ну, он, конечно, прикольный. А, ну он уже 10-я скорость перезарядки. Mm-hmm. Типа прокачанный. Такой, ну да, ничёшный прям огонь. Ой, не знаю. Не, ну я бы накопил бы 600 лайт. Это всё... Сколько надо, 40 раз пройти эту хрень? 10. Нормально. А, тут еще награда разрубленной души даются за квесты как раз-таки вот. Да-да-да. Да, ну, значит, да. Чуть быстрее. Я почему взял сейчас все квесты, и мы сейчас пойдем фармить. Да, го, все возьмем. В принципе, ладно. Все возьмем. Ну, даже если не выполним, ну и хрен с ним. Ну, mm-hmm. Что изменится от этого, да? Ну, будет у нас квест или нет. В плюс же, правильно. Ага. Так, ничего здесь больше не появилось. Это я взял, что-нибудь. Что она мне... Она мне дала бойцовский рев, серьезно? А я не знаю, кстати, что она мне дала, я что-то не успел посмотреть. Решает оружие абсолютно при множественных убийствах создает. Ой, ладно, подожди. А, бойцовый лев, да, кстати, она мне тоже его дала. Это одна из самых худших, по-моему, экзотиков. При этом она еще и дала себе этот модификатор на... лучше. Хотя, может быть, его, конечно, реворкнули, я что-то не знаю, но... Мне когда-то говорили, что она очень плохая. И она мне когда-то упадала. Ну, пусть лежит, короче, пофиг. Да, сейчас я сбегаю, чехну кое-что. Ну, да, у меня здесь есть бойцовский рев. 261 лайт, да, кейворд. Знаешь, кстати, я походу понимаю, ну, я не знаю, правда, какого у тебя уровня лук. Скорее всего, 410 же, да? Угу. Наш автобус отправляется в ад.
А у меня он 500-й просто. Я запускаю? Сейчас, секунду. Приезжать в радио, выполнение на контракт. Ладно, я не буду этого выполнять, я его уберу. И мне кажется, кстати, вот на каждой из твоих масок есть свои бонусы. Есть какой вариант? Так, это всё? Есть. Сейчас. Что там делаешь-то? Убираю бойцовский лев. Все, запускай. Кого? Запускай. Бойцовский лев убираю в это. А, да и пусть лежал бы, что. Ну, у меня слоты не бесконечные. Ой, да ладно. Донат, такой донат. Стопэ! Блин! Чё? Там можно было усилить его. Кого? Бойцовский, вот бойцовский говорю, этот тайный лес. Так, отмена, нажимай отмена. Консоль навигации. Его можно усилить. В каком смысле? Не на 200 силы запустить, а... Короче, есть зачарованные, есть ограниченные зачарованные. Особо темный участок бесконечного леса. И сколько он лайта? Подбор игроков не действует в ограниченном зачарованном лесе. Вот, нам не придется... А я думаю, сила какая? 200, сука, тоже. А, ну ладно. Но меня все равно кто-то стримает, что это такое. Ну, это, короче, та же самая, только, типа, вот если нас двое или один, мы будем все равно сражаться, как бы, типа, без подбора игроков. То есть нам не придется ждать третьего чувака. Вот так придется. Думаешь, это хорошо? Не, ну, фуршажем. Нам просто какое-то время поиск идет, а потом запускает. Ну, да. Не, ну я просто решил попробовать, ну, окей. Ну, еще раз так пройдем, потом, если еще на фастране встретим чуваков каким-то. Вот проблема-то, да? Да, вообще. Это сейчас ты допустил вот этот, который особенный, да? Ну, да. Но там, как оказалось, разница, то есть в том, что, типа, либо ты с друзьями, и только с друзьями, либо один, если не хочешь ждать, или там хочешь, не знаю, все награды получать. Вот, либо с кем-то еще. Ограниченный зачарованный лес, чем же он отличается? Ну, ограниченный только тем, что, типа, он ограничен только друзьями. Ну, тем, кто в патике. Ну, это было бы странно. Не, ну, он ограничен тем, кто в патике, и все. Больше ничем. Серьезно. Не, ограничен вон, по времени. А, да? Да. Прикольно. Убиваем тогда? Да. Почти как этот. Типа героик, из героиков. Все, открылось, открываем дальше. Это все равно защищать надо, чуваков. Так, да зачищаю здесь, я пойду на следующую. Окей. Я думаю, так и будем делать. Да. Все стреляю на хантера. Не, ну я в том смысле, кто-то один да зачищает, а второй типа бежит и делает следующую. Так, ладно. Вроде зачистил. Иду. Просто надо понять, где... Ребята, вы же не против, если я к вам ворвусь, да? Ой, ты большой и злой-то, слышь? Еще и неуязвимый, рили? Ау, меня взорвал взрыв. Подними. Сейчас, секундочку. Тут он, видишь, за мной громило сзади тебя. Кто? Где ты его вообще нашел? Он неуязвим. Рыли. Так, ладно, подорвали других. Да. Мне кажется, пока ты этих не убьешь, не уязвимится. Все еще не уязвимы. Господи, так, его можно, можно это... Я то, что свалить не могу. Но все еще не уязвимы. Ну и до свидания. Короче, ладно, ты давай там, зачищай дальше, я попробую здесь все. Ай-яй-яй, больно. Слушай, мне кажется, его надо, походу, с собой тащить до конца. Зачем? А потому что он, ну, типа это... Думаешь, а тебе тут нужен? Ну, думаю, да. Воскресишь? Ау! Воскресил, да. Я немножечко воскресил. Да, это с самого начала приходится топать, поэтому лучше не умирать так. Вот так, да? Да. Вот так лучше не делать, я понял. Нет, видишь, там типа... Ну, блин, кстати, вот это получается прикольнее. То есть, ну, ты на время типа проходишь, и я надеюсь, что награда здесь будет лучше. То есть, есть смысл тогда ее запускать. Mm-hmm. Иначе просто смысл пропадает. 84% ветвь первая. Пока неплохо идем, вроде
13 минут осталось. 12. Я думаю, что там несколько ветвей все-таки. Чего надо? Я думаю, там все-таки несколько ветвей. Мы же только первую очередь защищаем. Наверное. Блин, прыгать на ощупь приходится. Больше вопрос. Как этого дядьку большого убить? Забей на него, погнали дальше. И такое ощущение, что он запускает героик. Ну. А, ну, хрен его знает. Это было бы логично, на самом деле. Собачка. Пум. Фу, собачки. Много собачек. О, его можно убить, походу. Оп, минус первая ветвь. Вот, да, но не его, ладно. Из-за дырации леса. Вали его. Вали из этой аномалии. Ай, патроны кончились. Ай, улетаем. Умри. Не, мы мог его ваншотнуть, но я думаю, что этого мы твоей ультой почти ваншотнули, так что смысл. Да, а это разве не конец, кстати, будет? А это конец, как бы. Ну, я поэтому и не стал его ваншотить. Нет, и тут будет вторая ветвь. Вторая? О, высшая драма. Очевидно. Да, ты смотри. А, мы типа насколько далеко мы можем зайти, ты понял, да? А, да. Сейчас. Типа. Слушай, здесь, кстати, маска-то не ограничена. А, да. Что за стекло? Подожди, добав какой-то. Как узнать, что это за добав? Стекло. Нажать Tab. Здесь не написано. Ладно, пофиг, давай пробуем дальше пройти. Какой-то странный демон, который... О, нихрена себе, меня покусали. Меня тоже. Я что-то на туре побежал. Что-то мы зря, да? А, стопэ, стекло нас легко очень побить, я понял. Ну, скорее всего, да, типа стеклянный. Ну, это как в фильме, если ты смотрел. Как в фильме? Да, ну, был же там стеклянный человек в фильме. Ой, черт. Страш убит! Ладно, я встану. Ну, знаешь, еще бы ты не встал. Ну, в том смысле, не надо меня понимать. Я бы тебя вообще перестал воспринимать. Как человек, если бы ты не встал. Псина, отстань от меня. Оу, что-то у вас здесь много. Ну-ка, разнеситесь-ка. Уф, песик. И, короче, дальше побежал. Миссию. Опять это невидимый, да, мужик? Непобедимый. Кошмар, да? Ну, может быть, он поэтому и не победим, потому что его реально нельзя победить. Оу-воу-воу-воу-воу. Интересно, наверное. Жух. Кто на тебя убил-то? Ты резнулся или ты сам резнулся? Я резнулся с дур. Зачем ты сам резнулся? Я же пришел. Давай, беги-беги. Окей. Доступно лишь половина здоровья, вот что это значит. Ну, чисто это прочитал. Но они восстанавливаются в два раза быстрее. Ти, вот что значит стекло добав. Ты говоришь, нигде не написано. Написано. А, честно, нашел. Ну, на Tab нажимаешь. А, лишь половина здоровья, и счета. Но они восстанавливаются в два раза быстрее. А, я понял. Так что все написано, дружу. Ну, блин, там обычно нет, я пишу, по-моему. А, черт, патронов нету. Что-то у тебя как-то быстро патроны заканчиваются, да, типа... Нет, на другой, на третьем слоте. Мифик тебе на третьем слоте нужно. Ну, ваншотить всех налево направо. Ау! Как меня вот сейчас. Эти чемперы. Дамс. Я пытался до тебя добежать. Дамс. Но зато мы рядом, зато мы вместе. И полготопаем до босса.
Не, ну, кстати, мне нравится ограниченный прикольней, чем обычный. Mm-hmm. Я думаю, ты согласен со мной. Лишь бы награду побольше дали. Ну, это да. Ну, она же нам там, по идее, за каждое зачищение дает, а здесь мы уже, видишь, вторую вид зачищаем. Подними меня. Ну, ты думаешь, что ветви так отдельно тебе идут? Ну, я думаю, да. Но мне за маску один зашли, ну, как бы плюшечкой, плюсом. Mm-hmm. Вот здесь отпрыгать надо, а не там, где ты. Да, чё-то я провафлял, я понял. Я подскользнулся. Там, короче, это слизь была от песика, да? Я так понял. Хорошо быть этим. Мной, короче. Короче, заколебало, надо взять лук обратно. Без лука чертовски неудобно. Ну да, есть что-то такое. Ой, я сейчас умру. Нет, не умру. А, все, нас варпит. Ну поехали. Дай патроны, СК. Зачем? Ой, ладно, вот этим его будет, наверное. Фига он сильный, слышь. Нормально. Контракт выполнен, зачарованный страж, я что-то получил. Оу-оу-оу. Так, убиваю пока мобов, ты убивай его. Он умирает? Он умеет, он умирает. Он что-то сильнее предыдущего, да? Нормально тогда. Зловещий кошмар. Я бы не отказался от фиолетовых патронов, но они что-то их вообще не хотят давать. Оп, у Минотавра отстань. Много. А у меня лук 40-го, как бы он мало дамажит. По 800 кому дамажит. Так, смогем следующую, интересно. Истощение, что теперь? Медленно восстановление здоровья и щита, но при убийстве врагов могут возникнуть колодцы света. Собирайте их, чтобы восстановить здоровье и зарядить суперспособность. Это ж халява. Прикольно. Хотя медленное восстановление, это бесит. Там был какой-то вен с медленным восстановлением. Ты знаешь, ты каждый раз такой, короче, прыгаешь, и ты типа попаду, не попаду. Да. Ой, это самоуничтожающееся задание. Зато зачарованного стрелка дали. Там сзади кто-то есть. Кто? Вот так вот лучше не делать, возрази меня. Да. Легионер. Где-то Майклс. Нравится вот эта фигня моя. Ну, прям очень мощная винтовка. Но мне патронов на нее мало остается. Что там? Ой, мне патроны добиться возрождения. Иду. Ой, сюда иду, дойду, дойду, дойду. Дошел каким-то образом. Я не дал тебя убить. Опять это непобедимый страж. Оп! Не подходи, но аккуратно можешь протреснуть. Там страшный дядька. Он замахнулся. Вижу. Да, я вижу. Эти о чем? Не, там просто когда он замахивается, ты в сторону отходишь, типа и. Оп-оп-оп-оп, да, я тебя успел. Ну да, не делать вот так вот. Друг, мы сейчас будем резать по этому. Так, да, дальше. Бежим. Так, не бежим. Давайте. Аккуратненько. Не бежим. А то можно люлей получить. Ой. Ой-ой, это как это? Темпер. Ай. Ой, свет. Синька. Вот реально обидно, что здесь патронов не дают. Чё, последнего моба надо убить, по-моему. Или двух. О, ну, у вас 3 минуты, чтобы с ним разобраться. Варп.
Ох, я чувствую, поехали. Жопа сейчас будет. Ой, меня слепили. Спамуль. Я ультанул. Да, я тоже как бы... Но жирный. Ну что-то знаешь, что-то как-то не особо, да? Ты можешь вот в эту фигню ко мне вставать и будешь больно дамажить. Ай-ай-ай. Ну я по 7 суток, соток в морду ему бью. Ну, давай, дамажься. По-моему, патроны вообще, кстати, не дают. Дают? Дают? А, нет, вот дают, да, видимо. Что значит? Ну, мало. 50 патронов на лучи, что-то очень мало. Что-то очень как-то медленно восстанавливается хпшка. Да, пиздец, да. Ай, пёса! О, фиолетовые прости. Патроны! Хорош. Да, вот с фиолетом можно пробовать поделать дела. Замедление? Да, минут. Заземление. Заземление. Увеличивает урон, получаем в воздухе, не прыгать в ней. Хреново, ладно, принял, понял. А, блин, я ее не захватил. А, я просто пробежать надо. Да. Еще какие-то... Бум. О, фиолетовый еще больше. Чё ж они до этого не дропались? Мне пока так и не дропнулись. Еще фиолетовый, вау, все. Последним пост отваливается, короче. Осталось до него дойти. Мне пока не дропаются, на самом деле, фиолетовые. Поставлю-ка я за место меча кое-что другое. Блин, у меня стрелы до них не достают, а ты говорил, что они долетают. Да, долетают. Они там большой реншот имеют. Просто ты косой. Да вроде нет. Еще фиолетовый, вау. Ну все, погнали валить босса. Такой босс ты где, да? Да, минута 50%. Что-то маловато времени будет. Так, давай, беги. Ну, я тут вроде все зачистил. Я тут типа работаю. Ай! Кстати, мне надо, чтобы сделать удар красивый, мне нужно есть. А точнее, подпрыгнуть, и они меня могут убить в этот момент. Я зачем-то резнулся, черт возьми. Я к тебе бежал. Да, я зачем-то резнулся. А мне, правда, жопа. Ну, рип, как бы. Давай, а это нет, все же, 17 секунд, ничего не сделаем. Конечно же, мы дадим фиолет патроны, непонятно зачем. Я ультанул! Понял, да? Ладно. Рип. Возрождение ограничено. Что? Ага, теперь нельзя резаться. Я понял. Ты резался? Да, я успел. Окей, значит, теперь у нас последняя хпшка типа. Да-да-да. И вот сейчас главное не лошить с... Прыжками, да? Прыжками, да. Да не то, что с прыжками, а именно, знаешь, вот с тем, куда ты прыгаешь. Так, ладно, 4 ветви, неплохо, неплохо. Мне нравится, пока все устраивает. Так. Не вижу их особо. Ну давай, блин. Они очень далеко и очень больно бьют при этом. Да, поэтому я снились особо. Ну, правда, я тоже далеко и больно бью. Но у меня последняя жизнь! Возрождай.
Да, я теперь должен возродить. Круто, чё. А, нет. Ну, либо подождать 20 секунд. А, ну, так тоже можно. Знаете, попробуй все равно резать. Просто, как предохранитель, лучше 20 секунд подождать. Хотя, вроде они сбежали. Не, он за стеной там. Блин, зря я фиолетовый, наверное, потратил. Максим сейфплея. Так, еще 6%. Жесткие ребята. 6%. Жесткие ребята, жесткие, ничего не скажешь. Я красивую маску убил какую. Ну вот, видишь, не зря пошли. Так, это последняя получается, да? Главное продолжить не лошить. Да, двух убить где-нибудь. Неуязвимо, замечательно. Так, давайте я вас вот так. Кого-нибудь одного. Давай. Страх. Ты помнишь, да, мы здесь возродиться уже не сможем? Да, ну можно резать. Ну да, но я предлагаю просто сначала убить все его окружение. Вот я чуть-чуть поместил. Плюс-минус. А, бежать. Так, чего у него там? Ух ты, хрена. Потом насовать ему в жопу. Так, если он повернется ко мне, будет проще. Блин, я даже этих уже не убиваю с первого раза. Ой, какой я косой. Что с ним? Ладно, look one love. Попасть. Да ладно, почему ты меня не зачитал-то? Попасть. Чувак, повернись ко мне. Нет, пусть он меня смотрит. Ай! Ай, патронов. Ай! Последние 3 патрона, черт. Да как он так приединается-то постоянно? Черт, вот эти все этому раз промазал. Воу, у меня сейчас тут того этого. Воу, серьез ли он от моей атаки уклонился? Вот понимаете, у меня тоже такая же фигня, по сути. Взял, уклонился от моих выстрелов. Некоторых. Не-не-не-не-не, он именно от моей прям хорошей такой атаки уклонился. Воу-воу-воу, он еще и тэпается, серьез ли? Фиолетового патрона не видишь? Нет, если бы они у меня были, я бы сказал об этом. Я что-то взял, все потратил, хотя не должен был. Да сколько у него хпшки? Надо. Я сейчас просто уже в наглую в него просто дело так стреляю. Все. Еее, бич! И что нам дает? А. Так. А чей? Защитный свет, ты видишь, что? Это что было? Что это? Так, подожди, типа... Что это было? Это был типа прикол? Да-да-да. Это было неожиданно. Жесть! Да, здесь типа пропадает охрень, типа тебя убивает. Вот этот неуязвимый чувак. Да. Борода. Жесть. Хан, я сверху над тобой был. Не, ну мы хороши. Воскрешение, убийство из энергетического оружия. Надо было убивать из энергетического? Да. Понял, да? Так, ну какие-то квесты мы там повыполняли? Окей. Убийство из автомата. А, тут еще опустошение затерянных... Так, уничтожайте врагов в зачарованном лесу. Уничтожайте врагов прицельными выстрелами в зачарованном лесу. И я почти выполнил из автомата, в принципе. Завершите матч гамбит на диском СК. Уничтожите врагов из автомата. И мы получили сколько там, получается, этих штук? 10. 10, красиво. Не, прикольно, мне понравилось.
А там можно как-то еще повысить? Не, подожди. 10 это типа у нас всего 10, да? А, там, по сути, без разницы, слушай, кого чего. Там без разницы, в каком варианте идти. Просто в этом у нас поиска группы не будет. В каком смысле? Ну, типа, если мы идем в зачарованном ограниченном, то у нас поиска леса не... Ну, это, группы не будет, будет просто только той пати, к которой мы идем. А если мы обычный берем, то там есть поиск пати и то же самое, насколько далеко мы зайдем, типа. А-а-а. Да. Ладно, всем спасибо, ребятки, всем пока, удачи, увидимся в следующей серии. Может, мы, не знаю, что-нибудь будем делать, а может, не будем, а может, будем, кто знает. Вот.